Мы идем в Алету, и вот то, что я на себя надела. Мы находимся в Алете. Алета – это столица Мальты. קושי, מה יש לך להגיד? בבנשקה. אולי נדבר איתו. מה נשמע? איזה מסכן אתה. מברנולס ולטי. Я самый усталый человек в мире. Я купила самую красивую пиджаму на свете. И сейчас я кушаю пастити. Пастити – это такой бурекас мальтесский. И лам там это? Вкусно! Я после душа. Посмотрите на мою прекрасную пиджаму новую, которую я купила. Смотрите, какая она классная. Она такая теплая, такая милая. Я в нее просто влюблена. Она такая милая. Она такая, как это называется, приятная. Она очень-очень теплая. Я очень такую хотела, поэтому я купила две очень красивых пиджамы. И сейчас я нахожусь в комнате возле окна. Почему я оставила возле окна? Потому что мой компаньон уж, он ушел. Куда он ушел, неважно. Но мы потеряли второй ключ где-то в комнате, не знаю где. И чтобы включить тот свет в комнате или электричество, надо эту карточку поставить куда-то. А нету карточки, потому что он ее взял, так что я осталась в темноте, одна, нечего мне делать. Но не беспокойтесь, я Эден, я все свое детство провела с моим любимым человеком, который я. И поэтому я иду гулять сама с собой. Может быть, я буду покушать мороженое. Я пока что не голодная, потому что я уже кушала много сегодня. Но вечером мы пойдем кушать морские продукты, потому что я обожаю морские продукты, когда мой компаньон вернется с этой штучки, что он делает. И все, я была в Валете, мне было очень классно там, я люблю Валету, она очень-очень красивая. Валета — это столица Мальты. В Мальте есть 400 тысяч людей в этом острове. В общем, и завтра утром я наконец-то уезжаю в Сицилию. Да, я это очень долго ждала. И наконец-то мы уедем в Сицилию на целый день, до ночи, до вечера, не знаю, до 9-10 вечера. И вернемся сюда, и потом мне останется еще один день в Мальте. Вот и все, я буду опять скучать. Я не знаю, как вам это объяснить. Мне так надо быть, гулять где-то, быть забережьем. Как это называется, это слово? Потому что мне это так нравится, я так это люблю. И когда я возвращаюсь домой, после того, как я полетела куда-то, я сразу хочу снова куда-то еще лететь. Но, к сожалению, у меня есть университет, поэтому я не могу каждую неделю лететь куда-то. Это очень, очень грустно. В общем, так. Я и мой компаньон в ссоре. Потому что, даже чтобы я поставила косметику на мое лицо, накрасилась, мне надо было пойти на улицу, там, где есть свет. Понимаете? До чего жизнь докатилась. Вот то, что я одела. Мои любимые ботиночки из Киева. И я иду гулять, не знаю куда, но я уже найду, что делать. А вы со мной. Вот этот Avenue, ресторан. Очень прекрасный ресторан. Я тут кушала уже много раз. И в этот раз, не в этот раз, просто какой-то был сейчас. Какая ложа это была сейчас? Я ехала, я в прошлый раз, когда здесь была в сентябре, кушала там очень много. И в конце концов,
Валентина, этот отель, в котором мы там находимся, его хозяин, он хозяин этого ресторана тоже, так что в конце концов мы пришли посмотреть на этот Валентино, он нам все рассказал про него, и потом послал нас в этот ресторан и заплатил за нас, сделал нам очень хорошую ужин, было очень вкусно. Что если вы в Мальте, обязательно идите и кушайте Эрвеню. Кстати, я не знаю, что я вам сказала, но я нахожусь в Сент-Джулиан, это город такой, это город там, где все эти отели, это самый лучший город в Мальте. Если вы хотите хороший отель, это тут, в Сент-Джулианс. Знаете, в Мальте есть очень много городов, я могу пешком всю Мальту обойти, да, но все равно у нее есть много городов тут. Все. Вы счастливы, что вы со мной сейчас наедине? Мы просто гуляем, только я и вы. Я не думала, что у нас будет такой момент, но вот он пришел. Все от... Если бы я могла заплатить несколько евро, чтобы у меня язык был чуть-чуть получше, чтобы я вам могла лучше показать свою любовь, то бы я сказала моему компаньону, чтобы он мне купил это. Мне очень нравится Мальта. Что вы думаете о ней? Я вас привезла в очень романтическое место. Не говорите, что я не делаю вам такие романтические услуги. Тут Феррари делает, выделывает. В общем, я влюблена в Мальту, и я хочу тут жить. Я хочу жить везде, где есть море. Хотя у меня в Тель-Авиве тоже есть море, но я хотела бы жить тут. Ладно, я живу в Тель-Авиве уже много времени, я должна пойти в другое место. Жить чуть-чуть. Смотрите, какая красота, вы не думаете? Отлично. Отличное место. Вы чувствуете это, то, что я чувствую? Какая красота. Вся Мальта уже готова к Рождеству.